Я твердо убежден, что на этой площади собрались одни из лучших сынов чеченского народа. Мы с вами выбрали путь Ахмад Хаджи. Он твердо стоял на пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Америка, Европа объявила России экономическую войну. Они пытаются вызвать в стране хаос, панику, массовые беспорядки. Но российский народ объединился вокруг своего лидера Владимира Путина. Чеченский народ в этом единстве занимает одно из центральных мест. Мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть. Просим национального лидера России считать нас добровольным спецотрядом Верховного Главнокомандующего, готовым защитить Россию и ее стабильность в границе, выполнить боевую задачу любой сложности. С сегодняшнего дня каждый из нас обязан быть готовым в любую минуту доказать свою преданность делу, которым посвятили жизнь. Здравствует наша великая Родина России! Да здравствует наш национальный лидер России Владимир Путин! Аллаху Акбар!